Обшарпанные стены и обветшалая мебель. Антураж философского хаоса – это важный элемент моноспектакля «Здесь был Вася». Его единственный автор, новосибирский актер Никита Греков, уже объехал со своей постановкой более 30 городов России. Главный герой, он будет с каждым зрителем разговаривать как со своим давним другом. То есть все зрители, гости, которые сегодня пришли, они будут участниками его истории. Спектакль о жизни, о смерти, о любви. Ну, в общем, о том, о чем вообще должны ставиться все нормальные постановки. В Чите Вася мог оказаться еще в прошлом году, но тогда организаторы не нашли до нужной степени разрушенное помещение. На этот раз, говорят, все звезды сошлись. А это условие спектакля в райдере, что нужно найти именно помещение, которое было бы якобы разбито. То есть мы проехали все столовые, мы проехали спортивные залы, ничего не подошло. Подошло именно это, то, что капает сейчас на меня прям горячей водой сверху. Современная театральная притча, изложенная в эстетике стрит-арта. Так называет свою постановку сам Никита Греков. Его герой Вася рассказывает историю, которая переплетает между собой людей, города, впечатления, испытания, мечты и реальность. Он пытается выбраться из бесконечного водоворота событий. А что, нужно работу найти? Он на работу устраивается, там баран крутит, там вот и все. А потом вот ему приходит с работы домой, садится перед телеком, ноги закинул на пульт такой. У него пульт, пиво, он смотрит каналы, переключает такой, жизнь наслаждается, и вдруг раз! И умер. Постановка «Здесь был Вася» удерживает внимание зрителя полтора часа. Аудитория становится участником диалога и даже действующим лицом спектакля. Актерская импровизация вкупе с интерактивными элементами обладает шокирующим эффектом. Забайкальские зрители признают, философская история зацепила. Наталья Аршинская, Николай Шумков, ЗапТВ.